Мы с огромным удовольствием начинаем концертную программу «Бейсбол Пати 2018». Друзья! Peace Global Party — это ежегодный фестиваль, традиционно проходящий в первое воскресенье сентября. Инициатором и организатором фестиваля выступает фонд социального содействия Александра Прокопьева. Peace Global Party — это наш неформальный день города. Такого праздника нет нигде. Мы с вами его придумали вместе. И вот уже третий год подряд встречаемся здесь, после летних отпусков. Бийск живет своей жизнью. И многое, в том числе и этот праздник, удается сделать благодаря вашей инициативе, благодаря инициативе бийчан. Все началось в 2 часа одновременно на нескольких площадках. Конкурсы и мастер-классы, флешмобы и показательные выступления. Фестиваль «Бийск Глобал Пати» в очередной раз подтвердил высокий статус единой площадки для творческого старта молодых талантов. Так было задумано, так стало. Безусловно, одним из самых ярких спортивных выступлений стала силовая эстафета в стиле кросслифтинг. Очень, очень тяжело было. Одно дело, когда мы делаем упражнения по одному, потом отдыхаем. А здесь нужно все сразу сделать. Мы продолжаем. Как можно быстрее. В этом, так сказать, вся изюминка этого мероприятия. Изюминок на фестивале Global Party было много. Например, полет над городом на балке крана. Сфотографироваться над Бийском мог каждый желающий, причем не покидая земли. Уникальная по задумке организаторов фотозона собрала настоящие очереди из желающих сфотографироваться. К тому же по фотографиям, выложенным в Инстаграм вечернем блоке фестиваля, был проведен конкурс. Победитель получил подарок. Увидеть все собранные за день фотографии можно на сайте фонда Александра Прокопьева. Я еще раз убеждаюсь в том, что город Бийск и Алтай – это земля талантливых людей. То, что уже на протяжении нескольких лет фестиваль «Бийск Глобал Пати» становится центром жизни не только города Бийска, а еще и всего Алтайского края. Сегодня этот фестиваль привлекает сюда массу талантливых людей. Я рад приветствовать всех их. Спасибо вам. Бийск, поддержим их. Неожиданных подарков получили в этот день бийчане. Угостились пирогом, который по заказу фонда испекли специально к празднику. Хватило всем. Весил кулинарный шедевр 70 килограммов, и размеры были впечатляющие – 3 метра на полтора. Но на этом фейерверк сюрпризов не иссяк. Теперь у молодежи Бийска есть своя песня о городе. Ее написали ребята группы «Владимирский» из Барнаула. Премьера состоялась на Global Party 2018. Поднимая голову вверх, я узнаю небо, бросая темноту лучи концерта, начиная с теплого брату по-новому, улыбаясь каждому похожему. Поднимая голову вверх, я узнаю небо, бросая темноту лучи концерта. Фестиваль «Бийск Глобал Пати» набирает обороты. Он выплеснулся за границы города, и о Бийске заговорили как о территории развития. Ранее, прежде, региональная власть нас особо своим вниманием не жаловала. Но теперь все меняется. И связано это с одним человеком. Дорогие друзья, земляки, бийчане, встречайте временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Петрович Томенко. Город Бийск – один из главных городов Алтайского края, один из главных его символов. В его истории немало славных страниц и интересных традиций. Мы видим сегодня, что и фестиваль наш тоже пришелся по душе и пришелся к сердцу многим-многим горожанам. Дорогие друзья,
я хочу пожелать вам сохранить эту радость, сохранить оптимизм, сохранить веру в будущее своего любимого города. И вновь не обошлось без подарков. Волонтерским отрядом «Бийска», «Юнармия», «Бодрая жизнь» и «Российский союз молодежи» Виктор Томенко прямо на сцене Global Party вручил благодарственные письма. Александр Прокопьев – сертификаты для дальнейшего развития. Ребята долго не забудут эту заслуженную минуту славы. Ну, я думаю, с такими мероприятиями посещать губернатора, то это что-то означает. Значит, наш город как-то вызывает интерес. Ну, и думаю, процветание будет. К вечеру осень окончательно победила остатки летнего зноя, но даже резко наступивший холод не испортил настроение бичан. И Арсения Бородина зрители встретили по-алтайски жаркими овациями. В 10 вечера в небо над городом взмыли 1500 светящихся шаров, и многие загадали желание. Желание о том, каким будет следующий фестиваль «Бийск Глобал Пати», а в том, что он будет, никто не сомневается.